Мы пришли в лагерь Сан, который теперь превращен в музей, комплекс для бедных лагерей. Ну и на зиму подготавливать. Все уже сделали, забили, чтобы никто не лез. Оградку подправили. Вот. Да, лето, можно не трогать листики, слазь. Листья не надо трогать, ты вот провалишься там, слышишь? Она шевелится под тобой. Все, главное, убрал деревья там и на этом конец. Потихонечку слазь. Володя вчера приехал утром, на 2 недели уезжал, отпуск был. Лестницу туда. Теперь эти убери. Вот с эти палки сбросил сюда. Да отсюда, залазь, перелезь ограду. О, и тут тоже сюда. Стекла столько побито, конца края нету. Я как-то привез, кажется, может, я ошибаюсь, но больше 7 тонн. А может, даже больше намного. Сейчас уже не помню. Вот здесь береза, и у ней сучок далеко растет. Вот, вот он куда идет. Ну, мы попытались его веревочкой, эта проволока, но она перерезала ее, он там. Уже видать. Вот она где. Вот приехали еще. Погрузили вот, который мы на котором мешаем. Грохот называют. Лестница длинная. Длинная. Тут она уже не потребуется. Большую башню мы ему убрали. Кельи все заколотили. Вот здесь под замком 3 замка. Ну и уходим. Везде такие надписи. Ну, некоторые пытаются уничтожить, да помилует их Господь. Да в судный день не помянется. Ну что, давай трогаться помаленьку. Так, поворачивай. Вот. Сейчас я подожди-ка маленько меня, подожди. Сейчас я там сниму. На поле стоит трактор. Игорь, видно, сеет барабаш, это его земля озимая. Без пахоты так. Пастернее хорошо получается. Вот так, помолились мы здесь. Поставили. Все.